Евгений Симонов. Онлайн-контест. Отличное начало. А я тут, кстати, думал... Выключай, дальше можно смотреть. Я его видел уже. Он мне все время в Инстаграме мелькал. Да он тебе всечет. Да он нам всем всечет. Ну, в принципе, да. Да ему 14, наверное. Но он делает на ходах. Нет, не на ходах. Да даже если на ходах, у него хотя бы... Прикольно. Вот это прям очень хорошо. Питер. Блин, хорош. На мой вкус, это второй сильный гид за сегодняшний вечер. А песня Украины? Джорджи. Какая Украина? Украина? Не, это Украина Европа. Парковая вот эта штука была, мне не очень нравится. Так, Алексей Авдеев. Блин, меня так бесил этот циркулярный фишай. А мне бесит монтаж, в котором ты хочешь рассмотреть, что происходит, но не можешь. А что тебе надо рассматривать? Вот как он приземляется? Ну что тебе смотри, как приземляется? Главное, как он вылетел. Смотри, как красиво. У меня аж голова закружилась. Мне кажется, у тебя недостаточно грима просто в организме. Этот чувак прическа клевая. Похоже на... Моса. Это Моисей? Моисей. Из Библии. Ну, честно, не привстал, пацаны. Ну, все круто, но что-то как-то вот... На Моисей. Не, Моисей крутой. Не, Моисей крутой, на самом деле. МС написал. Иди на конкурс. Вспышки. Не знаю, может, Нойс. Может, МС. Может, мастер спорта. Верни обратно. МС – это Максим Сергеев. Блин, просто Шерлок. Так, Максим Сергеев сейчас раздаст. Чувствую, под рэп. Под грибок. Ну, кстати, ладно, музыка норм. У него футболка Total? Нет. Нормально. Ну вот, это ты как лёг. У него Киллоби или мне кажется? Не понял. У меня такое ощущение, что у него профайл задний стук. По звуку? Не, а аква цвета такого. По сути. Ну, кстати, Борба вообще мне очень нравится. Круче, чем краснодарские парни на резинке. Прикольно. Прикольно. Мне не хватило. Это было хорошо, но... Сам просил вот... минуту зрелись. Да, но он на минуту сделал. Ну, тебе сэкономил время. Ярослав Анферов. Тоже кратко. Опять резинка, да? О-о-о! Хотя мне нравится. Это не Иванушка. Вип стильный был, очень круто. Мне понравилось, как упал. Тебе всем понравилось. Ну, мелкий, да? Может, он просто низкий? Не, мне кажется, он юный. Ты
Вроде... Не то, чтобы это не круто, просто таких много. Вот вроде и трюки мощные, а вроде бы и как-то как у всех. Так, пацаны, вот сейчас Ирбек. Будет нормидос. Я его не смотрел, но учитывая, что это Ирбек, я думаю, что там будет круто. А почему он прислал то же самое, что... Нет, он написал, что видео снят специально для нашего контеста. Я вижу асфальт, значит, это не резинка. Мне уже нравится. Уже хорошо. Главное, что кепка хлора. А не кепка слетела. Там высоко. Ух ты. Там высоко. Не просто любить тормозит. Возможно, немножечко. А, не скачет. Эх, нихера. Ну это круто, да. Мне понравилось, но мало. Я бы еще хотел посмотреть. Ну, 1.5 минуты, как заказывали. Плати дальше. Данил Богатырев. Закончился уже. Как, это он уже нас патросил этот боемик, да? Че? Ты просто наклей карте. Просто наклейка не может быть. А, на него еще и постер от боемик, да? Нет, это у нас постер. Фейерверк клёвый. Мало. Прикольно, мало, да. Мне не хватило огня. Ну вот, круто, и трюки мощные, и всё здорово, но не знаю, как не было такого, что... А там тут... два видео было? А, дым. Второе видео, правда, можешь ещё тоже посмотреть. Моя любимая. Это было неплохо. Такой чил прям. Егор Смирнов, «Мачо и Ботан». Фильм такой, да? Комедийный? Да. Yeah. С уважением, Данил Кобзарев. Максимально тупой. Не Данил, в смысле, фильм. Данил тоже мне писал, кстати. О, мне нравится уже музыка. Он вправде тем. Мне он не нравится. Чего? Мне так нравится, как он дергается. Блин, да он красавчик. Thank you.
прикольно, ходовый. Стильник. Да вообще стильник. Это хорошо. Хорош. Ну, что он в конце его поставил. Ну, вот это было круто. Это было круто. Это было на стиле, это было на ходах. Это было без тря. Вот этого, короче. И круто снято. Да, кстати, не на пирог, не в пикселях. Прям нормально идит. FB не прислал ничего, кроме видоса. Блин, кстати, он очень креативный. Ну да. Вот это стиль. О, я думал, у него парков нет. Вот эта интрига вообще с покрышками была. Стиль вообще. Ух. Так, а покрышки-то будут? Нет. А это превью есть, видишь? Вон, смотри. Мы можем видеть полное видео. Жма называется. А еще мне нравится то, что он использовал, ну... Разные предметы прикольные. Креативное катание. Да, мне понравилось. Клево. Короче, мне очень понравился креативный подход. Тут, конечно, нет каких-то диких крути-верти, но мне очень нравится такой катание на стиле. По мне, тут лучше меньше трюков, но вот... Вот так вот. Хлам крю, на вас вся надежда. О, мне уже нравится начало. Вот это трек. Круто. Бля, вот это, кстати, круто. Хорош. Но за то, что чувак идет покладывать футболки с Аброзы, уже, мне кажется, плюс. Только не брался через землю, пожалуйста. Хорош. По крайней мере, это эдит, который вот смотришь и да, это эдит, вот, ну, без Б. Да ну!